Ладно, угадала раньше всех, что нас ждет лимузин. Но я предполагала, что это будет белый лимузин. Аплодисменты! Какой он длинный! Народ, улыбнитесь! Я предлагаю залезть на него! Народ, три раза! Ура, ура, ура! Да. Все слушаем, выходим только вон. Итак, господа, я начинаю вести свой репортаж, прямой репортаж из лимузина, снятого в честь празднования дня рождения и юбилея Сучковой Александры Владимировны и... И Флая. Вот. Флая Андреевича Флая. Собрались самые близкие родственники и друзья, дабы отметить столь важное событие. Сейчас мы направляемся на важную прогулку, мы сами не знаем куда. Все будет замечательно, мы сейчас начинаем пьянствовать. Вот. Все супер, может кто-нибудь хочет что-нибудь сказать на память-то? Пока нет. Мне вообще здесь надо приезжать. Господа, разбить один бокал. Сейчас давайте загнаться. Обратно, видимо, кто-то позвал примерять чужое ложе. Да тут темно. Да ну зеленый, я что-то зеленым делать потом. Мне пора. Жаль, сегодня не суббота. Если хочешь, надо курить и купи чему-то в чаю. Несколько часов без любви. Жди и помни, я скучаю. Сам человек. Не, ну тут темно просто. Подсветку бы такую. Самый безупречный роман. И его когда-то придумал сам. Когда выходим, пожалуйста, оставляйте мне канал с лайком, которому за это платить. За милую послугу. Ну, хотя, в принципе, с начетом ничего получается. Самый-самый-самый человек дорогой, самый нежный, самый родной. Самый-самый-самый безупречный роман, и вот когда-то я жду. Самый-самый-самый человек дорогой. Да не бойся ты! Сейчас не спят. Зая! Я понимаю, конечно, что тебе пофиг. Но один. Кто пойдет в туалет? Подожди! О, Маза! Таня, оденься, блин, быстро! Таня! А теперь я хочу курить! Прости! Давайте, 3-4! Да, не пил! Ой, дайте чекать!
вдвоем тоже. Сейчас я запечатлю. А тут, потом вдвоем. То, ладно? Чего через два года уже не будет. Пойдем, мы хотим фотографироваться. Давай. Меня Андрюш, давай. Нормально меня используют. Давай, 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 давай. Горько! Да найдем платный туалет, чё мы, блин. Блин, на Воробьёвых горах можно и бесплатно найти. Только далеко. Не, ну далеко-далеко, но я сейчас не хочу. Я тоже не хочу. А потом захочу, я 100%. Ой, а знай конфеты? Пока поедем, мы сейчас. В общем, надо было побольше шампанского открыть на улице, мальчик. Да, мы открыли бутылку. Нет, еще одна. Одна убийца где-то в руках. Ну выйди, открой еще одну. Ты выйди, блин, ты же рядом. Можно на всех вместе купить, потому что им куча, да, кафе. Ну, много на всех, да, потом. Нет, ну просто, знаешь, мне, например, да, дома. У нас что, есть микрофон? Есть программа, которую можно везде скачать, да? Нужен просто диск, именно с... Нашему поп-чарту. Да. Ринтон, на свой телефон всего за один. Все должно быть надежно и точка. Быстро и точка. Прилично. Особенно интернет. В нашем офисе интернет будет приличный. Fantastic.
Can't touch this. You don't sound the bell. Can't touch this. Yeah, yeah, yeah. I really don't mean no fair. That's what I'm giving up now. You talk about the hammer, you talk about the shoulders. And tight. Single dust in the soul. Pass it right to our team. Can't touch it. Look at it. Get the work hard on your mind as well quick. That's the bird. Because you can't touch this. Рыжикова, Рыжикова, хватит рассказывать ужасы.